Всем привет! Здравствуйте, дорогие друзья и любимые подписчики нашего канала. Что может быть лучше солнца? Только само солнце. Ну а солнце может быть только там, где его очень много. А много его на самом деле в Египте. Египет такая большая страна, что там даже есть пирамиды. И помимо пирамид есть отели, в которых есть аквапарки. Так вот, этот отель называется Golden Five. Мы хотим показать, что такое этот маленький аквапарчик, у которого всегда много людей, у которого всегда светит солнце и у которого всегда прекрасно побарахтаться и пополоскаться. Смотрим. Так, это за тобой. На этом? Да. Давай. Пошел! Вылетел. Давай одна. Поехали. Прикольно. Ну что, пошли? Ой, у меня инфаркт вступил сразу же. Готов? Готов. Поехали. Бомба. Готово. Иди. Сразу прыгай. Давай! Он сейчас самый лучший катер. И такой уж ты большой. Да. Да. По одному! Супер, девчата! Проверим. Ну чё ж, посмотрим. Ой, не дёшь. Торпеда. Это опасно. Да. Что она быстрая. Супер. Подожди, подожди. Да. Вместе надо было, под тундра. Ну.
Ну во, я все про что и говорю. Ты будешь бегать теперь. Ага. Давай, садись. Сейчас вместе. Нормально, нормально будет. Раз, подожди, я не отойду сейчас. Я немножко вперед, снимаю вас, а вы за мной. Давай, да, ты первый. Давай. Пошел. А мы с тобой. У меня плавки слезли бы. Пошли. Ты все-таки выбежал, да? Я понял, да. Самый опасный момент, когда в воду упадут. Дай ну и чё? Дубль 2! Где-то я это я уже видел. Давай. Сейчас, секунду, подожди, там бородатый у меня будет сейчас. Сейчас будет бородатый скоро, ну ладно. Давай, давай, перелази. Перелази. Не трогай ты его, как перелази. Покрейся, блядь. Супер! Сейчас у меня тут одна звезда Ютуба будет спускаться. Не, не это. Супер, супер, засняк, молодец, герой будешь Ютуба. Имя и откуда? Беларусь, Барановичи. Барановичи, супер. Он еще белорус, и тут футболистов тут много. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Ai, delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Обратите внимание на девчушечку в желтеньком купальничке, которая пытается изо всех сил повторять за взрослыми девочками их движения. Вы посмотрите на эту очаровашку, просто старается изо всех сил, чтобы порадовать своим танцем мамочку или папочку. Просто очаровашка. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Ei, 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 ei.
естественно, в каждом отеле тут будет клуб любителей восточных танцев. Какая женщина пропустит этот момент? Конечно, никакая, чтобы научиться или продолжить осваивать движение попой, бедер и другими частями тела для того, чтобы их мужчина был доволен. Настя, давай! Давай! Ну, после того, как вы научились двигать бедрами, пора бы, можно и выйти на мостик, чтобы показать, как вы действительно этому научились. Али-баби, али-баби, продолжаем танцевать. Камеру туда. Илюх, смотри, в YouTube выложу. Этой женщине, которая единственная вышла, чтобы размять ручки и ножки, можно позавидовать. Она, не стесняясь никого, организовала себе танцпол и просто-напросто танцует. Но проблема в том, что ей стало так тесновато. Пора бы разместиться чуть пошире. Будем танцевать ножки шире. А-ля-ля. Вы посмотрите, наша очаровашка до сих пор находится на танцполе. Мы уже успели в аквапарке покупаться и покушать, и пообедать, а наша просто красавица не уходит с танцпола. Девчата ее подзадоривают, и она, посмотрите, как танцует. Ну, просто умничка. Повторюсь, очаровашка наша. Просто очаровашка. You shout.